Сенсационное заявление сегодня сделали в Генеральной прокуратуре. Согласно новым данным, заказчиками убийства известного казахстанского политика Алтынбека Сарсембаева на самом деле были экс-посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев и бывший руководитель КНБ Альнур Мусаев. Сейчас оба они находятся в бегах. Между тем, наказание за это преступление отбывает бывший руководитель Сената парламента Ержан Утембаев. Именно его 7 лет назад признали заказчиком громкого убийства. Заказчиками убийства политика Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников на самом деле были экс-посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев и бывший руководитель КНБ Альнур Мусаев. Об этом сегодня на специально созванном брифинге в Астане заявили представители Генеральной прокуратуры. Оказывается, сенсационные подробности в апреле прошлого года в своем заявлении в Верховный суд поведал исполнитель убийства Рустам Ибрагимов. В этом заявлении он впервые признался в совершении убийства, в деталях описал его обстоятельства, а также сообщил, что истинным заказчиком убийства Алтынбека Сарсенбайулы был не Ержан Утембаев, а Рахат Алиев и Альнур Мусаев. Как оказалось, осужденный за убийство бывший руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев на самом деле не испытывал к Алтынбеку Сарсенбаеву теплых чувств. Но экс-чиновник просил Рустама Ибрагимова не убивать, а всего лишь избить оппозиционера. Этим и воспользовались настоящие виновники убийства Рахат Алиев и Альнур Мусаев, говорят в прокуратуре. Об этом стало известно Алиеву, который совместно с Мусаевым решили воспользоваться ситуацией, и под видом исполнения заказа Утембаева поручили Ибрагимову осуществить убийство Алтынбека Сарсенбайулы. Самое поразительное, что имена настоящих заказчиков стали известны, как оказалось, практически сразу после убийства. Еще в 2006 году Рустам Ибрагимов раскрыл агентам ФБР имена злодеев, но признание не было обнародовано. Как сегодня утверждают в ФБР, Ибрагимов просил сохранить все в тайне. Исполнитель убийства боялся мести влиятельных заказчиков. Но даже после скандального бегства в 2007 году Алиева и Мусаева за рубеж и заочного их осуждения заокеанские правоохранители так и не передали ценную информацию. Зато теперь временный поверенный в делах США в РК Джон Ордвей рад благополучному исходу дела. «Я встречался с Алтынбеком Сарсенбаевым, я знал его, и я очень рад завершению этого расследования. Я надеюсь, что результаты нового расследования наконец принесут хоть в какой-то степени мир в души родственников погибших». Вчера Верховный суд направил дело на новое судебное рассмотрение в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области. Как отметил Андрей Кравченко, в случае принятия соответствующего решения в отношении Алиева и Мусаева будет возбуждено уголовное дело. Булат Абилкасимов, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.